Паводок в республике продолжает испытывать жителей на прочность. Так, минувшим вечером в Лаишевском районе река Каипка затопила коттеджный поселок Тургай. Тогда уровень воды был выше вот этого самого автомобильного моста на 10 сантиметров. И, как отметили в МЧС, это произошло из-за того, что льдом и мусором были засорены вот эти водопропускные трубы. Ну а сейчас, как мы видим, уровень воды заметно снизился. Для этого спасателям пришлось вырыть дополнительную траншею и изменить русло реки. Подробности расскажем в наших выпусках новостей.